Так, давайте выберем. Так, берем всех вот этих челдобреков. А, вот это бесплатный. Давай за место вот этого бесплатного вот этого поставим. Вот, уже хорошо. Уже отлично. Так, быстренько садим мы цветочки. Так, этот сейчас его заморозит. Хорошо. Давай поставим капусту. Пусть убьет его. Так, замораживателей у меня много. Так, собираем звездочки. Так, нужно побольше поставить подсолнуха. Не мог вспомнить, как называется. И, конечно же, будем ставить капусту, чтобы они всех вот этих мочили, чуваков. Ох, этот приманивает мои солнышки, гад. Так, этого сюда посадим. Так, вот у меня еще замораживатели полно. Будем здесь, значит, полностью капуста будет у нас. Здесь мы поставим орешек. Поставим сюда еще капусту. О-о-о-о-о-о. Давай этого стрелка сюда поставим. Так, замораживатель. Отлично. Что у нас есть в наличии? Еще. Вот этого сюда поставим, дружище. Так, этого стрелка сюда. Так, этих надо как-то уничтожать, слушай. Давай побольше поставим сюда. Вот этих вот штучек. Так, этого быстренько заморозили. Еще бригаду поставим. А, давай мину поставим здесь. Мину поставить. Так, мне нужно побольше солнышек. Все. Так, это сюда стрелка. Так, замораживателя сюда поставим. Ах, там ставить некуда, ё-моё. Я понять не могу, почему мне не встает. Так, орешек сюда поставим. Все, солнышко сюда. Мину сюда. Еще одного капусту сюда поставим. Все, ждем. Можно еще сюда капусту поставить. Так, замораживатели у меня есть. Так, сюда мы лучше мы поставим побольше. Бригаду. Сюда давай стрелка, гороха стрела. Так, давайте стрелять на всех. Во, и солнышко побольше. Спасибо. Так, замораживатель. Так, здесь мы поставим вот этого дружище. А сюда солнышко, подсолнышко посадим. В принципе, подсолнухов у меня много. А, ну здесь, в принципе, волна закончилась. Так, монетка, спасибо. Что еще можно? Давай тут замораживатель поставим. И поставим сюда горохострела. О, молодец, горохострел. Смотри, как он быстро справляется со своей задачей. Нет, мы сюда орех поставим, чтобы и ничего не смогли сделать. Ну и все, я в принципе выиграл. Сейчас заморозим его. Все, он умер. Есть победа. Победа. Какой-то манускрипт нам дали. Хорошая работа, сказали. Зомби жили раньше. В древности они ели мозги. Но они и сейчас едят. И не в древности. О, этот я люблю режим. Где просто садишь. Ничего не делаешь. Опа, не туда я посадил. А, нет, смотри. А, нет, просто стреляй, да? Так, этого я сюда посажу. Чудо-бряка. Давай, стреляй быстрее. Так, бомбочку мы поставим сюда одну. Так, сюда мы посадим капусту. Ну, потихонечку, понемножечку у меня эта бригада будет работать. Вот, надо полностью капусту сюда насадить. Пускай она стреляет.
Так, бомбочку. Ну, бомбочку сюда, может. Картошку. Картошку-бомбу. Вот этого друга я, наверное, знаешь, куда посажу? Вот здесь, снизу пускай. Внизу будет два стрелка таких. Так, этот гад, смотри, как куда же пришел. Давайте, оп-оп-оп, на всех постреляем. Ну, пришлось мне это сделать, конечно же. К сожалению. Да, так, большая волна идет. Так, ладно. Будем защищаться. Так, бомбочку давай здесь поставим. О, это, смотри, гад, смотри, идет. Давай ему орешек посадим. Пусть идет по орешку. Так, этот успеет взорваться или нет? Давай, взорвись. Есть, молодец. Ну все, у меня вся линия защищена здесь. Ага, давайте поставим сюда орешек. Сюда. Сейчас заморозим этих ребятушек. Да ё-моё, да как ты непобедимый тут. Прям большая бригада такая. Так, мне надо будет что-нибудь сделать. Так. А, здесь у меня нет никакой защиты. Получается. Ладно, сейчас не заморозится. Так, монетка. Бомба, картошка. Ах, зря, наверное, я сюда посадил, ну ладно. Так, у нас много здесь вот чуваков ходит. Тут надо нам решать эту проблему. И сюда побольше поставим. А, ну сейчас вот так сделаем. Блин, она плохо постреляла, только в одну сторону стреляет. Так, тогда будем стрелять капустой. Вот так, отлично. Отлично, бригада у меня большая. Так, замораживать. И сюда посажу. Этого тоже заморожу сейчас. Так, новые зомбики идут. Что же делать мне? Так, бомбочку сюда посажу. Нет. Ага. Так, давайте сразу постреляем. У меня как раз есть еще листик. Ох, нифига, сколько листиков. Слушай, раз. Два листика. Используем. Еще листик есть. Так, это уже последняя бригада у меня. Ага. Давай еще одного. Стреляем. Нифига листика. О, этот монстр идет. Слушай, монстра нам нужно побороть как-то. Блин, а что на него не срабатывает, что ли? Я не пойму. А заморозка у него сработает? Да, отлично. Сработала заморозка. Будем сейчас стрелять в него. Да ё-моё. Так, ладно. А, все, он сейчас сдохнет. Взорвался. Победили. А, вот это еще маленький чердобрек. Я очень не заметил. Все. Ключики нам дали. Ключики. А какие ключики? От чего ключики? Сейчас мы посмотрим, от чего ключики. О, ключики от путешествия во времени. Точно. На ключах были нарисованы часы.